Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на кулинарном портале Ямкук. А готовить сегодня мы будем икру из рыжиков. Ингредиентов нам понадобится немного. Собственно, грибочки, морковь, лук, уксус, соль, перец, подсолнечное масло для жарки. По желанию можно добавить зелень, укроп. Для начала подготовим грибочки. Переберем, удалим некачественные, промоем. Рыжики выложим в кастрюлю с водой, посолим воду, отварим в течение получаса от закипания. Пену снимем. Сваренные рыжики откинем на дуршлаг, еще раз промоем и подождем немного, пока вода стечет. Выложим рыжики на сковороду с растительным маслом. Поставим жариться, помешивая время от времени. Грибочки жарятся, а мы подготовим овощи для пассеровки. Морковку и лук почистим, вымоем. Морковь натрем на терке, лук нашинкуем. Добавим грибам и обжарим. Далее массу нам нужно будет измельчить. Сделать это можно на комбайне при помощи мясорубки. Я же воспользовалась блендером. Несколько минут, и однородная масса готова. Добавим в икру уксус, молотый черный перец, по желанию зелень укропа. Перемешаем. Банки простерилизуем над паром. Разложим икру. Накроем баночки простерилизованными крышками и поставим в кастрюлю для стерилизации на водяной бане. Для этого на дно кастрюли поставим подставку. Нальем воду так, чтобы банка была погружена в воду чуть менее, чем по плечики. Доведем до кипения и на маленьком огне будем стерилизовать пол-литровые банки минут 10-12, а литровые минут 15. Банки вынимаем из кастрюли и докручиваем крышки до конца. Переворачиваем и оставляем в таком положении, пока банки не остынут. Икра из рыжиков готова. Ее можно использовать как начинку, как закуску, да и просто намазывать на хлеб.